Во время Великой Отечественной войны на этом месте был госпиталь. А теперь на Малосадовой улице райцентра Куйбышева – братская могила. 15 человек, которых хоронят сегодня, по данным поисковиков, были штрафниками. Штрафники, они шли в бой, ну, все с собой несли, навьюченные были этими ящиками, привязаны прямо ящики, они бежали с лопатами, все, там ужас. Все немцы их накрыли это минометным огнем, там все было пристрелено, ну, погибли они. 74 года прошло с момента их гибели, и только сейчас солдаты находят полное успокоение. Погибших отпевают и со всеми почестями предают земле. Более 800 тысяч человек, по разным оценкам, только со стороны Красной Армии легло в Минусскую землю. И сегодня, наверное, для всех нас не закончится война, пока последний солдат не будет поднят и с почестями не похоронен как герой. Перезахоронение помогли провести участники первого слета казачьего поисково-краеведческого объединения «Донцы». За два дня кадеты получили практический опыт, приняли участие в семинарах по правовым и техническим особенностям поисковой работы. Самое главное и принципиально, чтобы в этом участвовала молодежь. Может, не в качестве поисковых, но в качестве работников в фондах, в интернете, розыске родственников. То есть работа неоценимая. И мы стараемся, чтобы казачьи кадетские корпуса, молодежь вообще участвовала обязательно в этом направлении. Только за этот год поисковики нашли и перезахоронили в Ростовской области около 180 погибших в боях Великой Отечественной войны. Галина Горлова, Фатима Зурабова, Евгений Смирнов, Дон-24, Куйбышева.